Комментируя душераздирающие вопли дочки, умершей от пневмонии женщины, могу пояснить следующее. Женщина, со слов женщины, что заболела 30 марта, за медпомощью не обращалась, сама самостоятельно лечилась. Сегодня почувствовала себя гораздо хуже, в связи с чем обратилась в лечебное учреждение, была доставлена бригадой скорой помощи, где в приемном покое больную осмотрели, выполнена рентгенография грудной клетки, на которой был выставлен диагноз двухсторонняя пневмония, после чего женщина потеряла сознание, которое стали оказывать реанимационные мероприятия. Реанимационные мероприятия к успеху не привели. И через 30-35 минут была констатирована смерть больной. Сама больница сейчас находится на карантине. Главным врачом назначен Сурков Артур Александрович. Приказ о назначении подписан вчера, и вчера он приступил к своим полномочиям. В настоящее время подменяют медицинских работников с других лечебных учреждений районов ближайших и медработников, которые приезжают из лечебных учреждений города Ульяновска. Тестов на данное время хватает. Завтра дополнительно приезжают бригады, которые возьмут тесты у всех медработников и будут обход по домам для того, чтобы еще раз контрольно протестировать тех, которые были пробы положительные, у тех, у которых были пробы отрицательные.